отдохну немного. Прекрати использовать магию! Плохие новости. Я больше не готов идти на риск. Все подозрительные Мора будут убиты. Ты у меня кровью умрешь. со мной связаться. Зря ты со мной связался. Сейчас же прекрати.
Стоять! Сельдон освобожден. Честное слово, не думал, что доживу до этого. Благодарность людей этой долины всегда будет сопровождать тебя, чужак. Возьми это в благодарность. Если захочешь потренироваться со мной, просто скажи об этом. Ты научишь меня драться? Я не могу ничего создать сейчас.
Ничего нового. Потом поговорим. Береги себя. Теперь здесь все наше. Потом поговорим. Да знаю я. Береги себя. Мы многим тебе обязаны. Удачи. Береги себя. Сперва передохну. Поговорим позже. Береги себя. Мы сможем поговорить позже. Береги себя.
кровью умоешься. Остановись. Погоди же! Thank you.
Ты принес... И будет еще. Увидимся. Береги себя. Ты принес нам победу. Слушал бы моего совета. Увидимся. У нас тут большая проблема. Некоторые проблемы решаются сами собой. У меня нет таких проблем. Береги себя. Не знаю, прав ли ты. Быть осторожнее с тем, что...
это наше! Удачи! Счастливо! Принес нам победу. Thank you.
Thank you.
Поговорим позже. Счастливо. Теперь все это наше. Мы сможем поговорить позже. Береги себя. Ты принес нам победу.
Я это уже знаю.
Поговорим позже. Счастливо. Здесь все было. Мы сможем поговорить позже. Дай мне спокойно поспать. Дай мне спокойно поспать. Тут что-то об алхимии. Тут что-то об алхимии. Интересно. Я это уже знаю.
пути он встретил людей Вечного Странника, и они пошли с ним. И Белер сказал ему: «Ты должен отправиться в стан кочевников и основать мое королевство». Я это уже знаю. Ничего нового. Тут что-то об алхимии. Интересно. Ничего нового. Изубин привел своих людей в пустыню и объявил им, что именно здесь будет построен город. Так вера орков стала верой людей. Интересно. Гляди.
Я сделал это. Миртана свободна. Ты освободил от кабалы наш народ и нашу страну. Честь и слава избраннику! Я думаю... Мы поговорим позднее. Я принес оба камня телепортации для дворца. Один перебрасывает в храм, другой прямо к королю. Дай мне тот, что в храм. Я буду ждать тебя там. Я вижу тебя в барьере. Береги себя. Вот и ты. Ты готов? Да, пошли. Убьем короля. Иди за мной. Хорошо. Я поговорил с Карипто об огненном кубке. Это хорошо. Мы уже несколько дней безуспешно пытались это сделать. Не выделывайся здесь. Понял?
Тебе ведь не нужны новые неприятности. Просто покойный мальчик. Их еще много. Вот он, ублюдок! Хватай его! Я тебя прикончу! Ты осмелился меня
ты свободен. Рабар мертв. Значит, моя месть свершилась. Что ты теперь будешь делать? Еще не знаю. На первое время останусь здесь. Ты свободен. Ты знаешь, где меня?